Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Кузнецов Дмитрий и компания «Алям». Компания «Алям» – это ведущий юридический оператор на сегодняшний день, и мы занимаемся тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию, тем, у кого возникли проблемы с банками, онлайн-займами, микрофинансовыми организациями, с коллекторами любых мастей. Что мы делаем? Создаем условия, когда вашим кредиторам будет выгодно отказаться от претензий. Делаем это все в документальном формате, оставляя вас в правовом поле. То есть строго законные методы. Как мы это делаем, вы можете узнать, пройдя по ссылочке на наш сайт www.alliam.ru. Ссылка для вашего удобства размещена в описании любого ролика, и этого в том числе. Ну а теперь к очередному автору спасибо огромное. Вот подряд ставлю два ролика за сегодня, и они друг друга стоят. Тоже в самом начале мне показалось, что не очень интересно, а потом ситуация стала развиваться в том направлении, в котором требует наш канал. Девушке огромное спасибо, и меня в очередной раз разбирает гордость, что мы помогаем людям. По-настоящему, сейчас без пафоса, без стеснения, констатирую факт, мы действительно помогаем людям. Те, кто подписался на наш канал, кто регулярно посещает, слушает наши ролики, это подтвердят, не дадут мне соврать. Помощь абсолютно бесплатная, друзья. Просто подпишитесь на канал и слушайте. Выходите из этого болота, вот из кредитного рабства, из стада, как я уже много-много раз говорил. И вот знаете, здесь вот, если к ролику обратиться, попрошайка, ну, взыскатель, утверждает, что компания в любом случае получит свои деньги. И вот здесь, к огромному прискорбию, он прав. Конечно, в контексте это говорит лишь только о том, что от этой женщины они ничего не получат, но получат от тысяч других неграмотных, ленивых, испуганных жертв. Вот. Дальше додумывайте сами. Я единственное скажу, что жертвой человек назначает себя сам. Никто из него не делает жертву. По сути своей, по факту своего рождения человек свободен на всем протяжении его жизни. И вот эта свобода и позволяет человеку записаться либо в число тех самых свободных, радостных и счастливых людей, либо в число жертв, то есть быть в стаде. Ну, даже после того, как человек оказался в стаде, выйти из этого стада очень легко. И наш канал вам демонстрирует, где калитка. Посмотрите, пожалуйста, не пожалеете, послушайте пару-тройку роликов. Жду от вас комментарии, лайки, будете подписываться, не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вы будете узнавать вовремя о поступившем материале. У нас практически каждый день выходит свежий материал на наш канал. Ну что, давайте послушаем. Еще раз спасибо автору. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Манимон», меня зовут Чуяров Никит Николаевич, информировала о записи телефонного разговора. Ксения Артуровна, это вы? Да. Ксения Артуровна, звоню по поводу задолженности вашей 51 701 рубль, 56. Мы уже ожидаем от вас оплаты полной. В чем дело? Почему оплаты не производите? Ну, я уже объясняла неоднократно. Хорошо, Ксения, объясните еще раз, пожалуйста. Нахожусь без работы сейчас, без заработка. Ага, а как давно вы не работаете? Месяц, наверное, где-то так. Я предупреждала. Хорошо, месяц вы не работаете, а почему месяц назад оплату не произвели? Я вам еще раз говорю. Вы получили расчет. От вас уже оплаты нету 2 месяца. Месяц вы не работаете, вы получили расчет, получили зарплату свою. Почему вы не могли хотя бы половину оплатить? Я уже все объясняла и говорила неоднократно. Ксения Артуровна, я звоню вам не по поводу своего долга, звоню по поводу вашего долга. Вот если вас что-то не устраивает, обращайтесь в суд тогда. В ваших интересах говорю. Обращайтесь тогда в суд, потому что как попугай повторять одно и то же и слышать всякие ваши пугалочки, я не хочу. Ксения Артуровна, если вы устали повторять, то непосредственно вам необходимо
обращаться в суд. А как компания, наверное, поступает, это непосредственно ее дело. Не вам и не мне это решать. То есть компания сейчас связывается с вами для уточнения, когда вы разрешите. Вот я вам еще раз сказала, я ответила на ваш вопрос, все. Вы не ответили, вы сказали, что вы не работаете уже месяц. Как только появится возможность, конечно же, а что значит? Что значит? Вопрос, почему игрок вас не должен интересовать? Я вам ответила на это и до этого писала и говорила, поэтому... Хорошо, Ксения, сейчас вы месяц уже живете, правильно, без работы. На что вы существуете? Правильно? Кто-то вам помогает, обратитесь, значит, к родственникам. Я говорила уже, что у меня нет родственников, никого. Я сирота. Ну, кто-то же вам помогает, на что-то вы живете. А я почему должна мужчин, интересы компании ставить превыше бытовых потребностей? Скажите, пожалуйста. Потому что компания вошла в ваше положение, Ксения. Когда да. вам нужны были деньги, компания дала вам 60 тысяч. Вы что сделали? Вы со спокойной душой взяли, соответственно, и потратили. Я вам ответила, все, больше ничего не говорю. Ну вот сейчас время возвращать денежные средства к Ксении. Вот наступит то время. Компания устанавливает требования. В течение 2 дней, сегодняшнего и завтрашнего дня, вы должны оплатить хотя бы минимальный платеж, 5 000 рублей. В случае, если платеж от вас не поступает, соответственно, компания не намерена в дальнейшем в таком русле с вами сотрудничать. Согласно 382 статье, компания имеет право переступить ваш договор с сторонней коллекторской организацией. Далее вы будете с ними уже взаимодействовать. Только прошу, пожалуйста, действовать по закону и уведомить меня письмом с уведомлением о передаче моих данных. Потому что, Ксения Артуровна, вы не намерены, правильно я понимаю, решать вопрос в добровольном порядке. То есть мы можем зафиксировать отказ от оплаты. Ой, фиксируйте там себе на жопу, что хотите. Я вам еще раз повторяю. Ну, действуйте по закону. Куда вы сказали, по закону, значит, письмо с уведомлением. И пожалуйста. Что? О передаче, да? О переуступке. Да, и что вам даст это письмо? Вы думаете, а то, что вы же мне тоже говорите, ну, перестану, к вам, то, ну, перестану, что у меня будет на работу стучаться в дверь коллекции организации, либо к вашим родственникам. Мне уже что только и угрожали, что и убьют, и кто-то. То есть у вас задолженности не только в нашей организации. А вас тогда возможно. Но меня это не интересует, честно говоря. 159-я статья. Ой, давай. Перекредитование. Давай, ага. Ну давай, давайте, Ксения Артуровна, деловое там общение соблюдайте. Мы же не с друзьями общаемся. Вы должны. На данный момент вы должны, Ксения Артуровна. На данный момент вы должны, Ксения Артуровна. Поэтому вот, ищите денежные средства. Если вы не работаете, значит, сегодня идите, устраивайтесь куда-то. Я оплачиваю свою задолженность, свою экономику. Не тебя вы, Ксения Артуровна. Что ты мне еще продиктуешь, что мне делать? Что продиктует вам компания, то вы и будете делать, Ксения Артуровна. Оплачивать свою задолженность. Да, денежные средства вы взяли, вне зависимости от того, хотите вы. Хотите вы, не хотите, можете, не можете. Компания все равно деньги эти получит. Либо в судебном порядке, либо в порядке переуступки прав сторонней организации. То есть ну, кто-то выкупит вашу задолженность и будет уже в другом формате требовать эти деньги. Дубинками выбивать. Для того, что я не знаю, как они будут из вас выбивать, мне это в принципе не интересно, но довожу до вашего сведения, что компания деньги эти получит в любом случае. Да, что вы говорите? Все зависит только от того, как для вас это отзовется. Либо в добровольном формате вы останетесь как бы в договорных отношениях с компанией и с другими финансовыми организациями, либо вам в принципе больше никто никакой кредита вам не одобрит, и, соответственно... Ой, слава Богу. Будете надеяться на себя. Что, слава Богу, вы взяли эти деньги не только в нашей организации, как вы утверждаете. Вы брали и до этого в других организациях денежные средства. И, я так понимаю, вы их не выплачивали. Вы же брали их не просто так, чтобы погулять, потратить куда-то. Были какие-то нужды. Вот, были какие-то нужды. То есть, зачем-то нужны были. Были вам эти деньги, чтобы что-то приобрести либо на какую-то другую финансовую помощь. Вот. И, соответственно, Ксения Артуровна, возможно, в дальнейшем возникнут подобные ситуации, когда вам понадобятся деньги. Но вы не сможете
Угу. Ни в какую финансовую организацию. Обратить. Слава Богу, не приносить прибыль таким ублюдкам. Что? Слава Богу, что не могу не приносить прибыль всяким ублюдкам. И людям заключить... Как вы выражаетесь? Как вы выражаетесь? Да что вы говорите, Ксения Островна? Вы договор прочитали правильно? Или у вас так руки чесали, что вы хотели должные средства быстрее получить? Потешь эго, давай, над женщиной. Поглумись, давай. Давай, потешь свое эго. Ну, это неинтересно, нет, неинтересно. Ну, я вот вижу, тебе интересно. Вы разговариваете. Вам звонит компания. Я не знаю, кто мне звонит. Этот номер мне неизвестен и нигде не указан, не фигурирует. Понятия не имею, кто мне звонит. Хорошо, это ваше право, там ему. Ксения Островна, компания связывается с вами в ваших интересах. Да, а то, да. Как вы себя ведете, чтобы получить прибыль, то, как вы себя ведете, это отразится только на вас. Прибыль компания получит и без вас. Соответственно, слава просто переуступив ваш договор. Требование до вас зарыло 30 число, крайний срок. 5000 рублей компания от вас ожидает в случае, если компания денежных средств этих не получит, соответственно, компания не стала переуступить ваш договор. Только по закону действует пусть компания. Удачи тебе в дальнейшем. Не нужно диктовать. А мне тоже не диктуешь.